правильного, послушным, это все будет показуха. Его, если он, смотри, все очень просто. Если он говорит, что да, я исцелился, я выздоровел, все, это нормально. Поехали отдохнем, поехали поживем в Одессе 2 недели. Ты и я. Вот так вот. Поехали к Максиму в центр. Ну да. Согласится он или нет, просто проверка. Согласен, да. Если он согласится, значит... Ты даже не поедешь. Согласен. Потому что ты не поедешь туда, в Одессу, а ты ему просто скажи. Поехали 2 недельки, поживем в Одессе у Максима. Максим нам... А, ты не будешь в центре. Ты ему просто скажешь, ты в центре не будешь. Ты не будешь в центре, ты не будешь заполнять анкету. Ты будешь просто со мной как гость. По делам приехал. Ну да, по делам приехал. 2 недели. Ну не поедет? Не, не поедет, конечно, не поедет. Сразу куча отмазок будет. У меня тут дела в Николаеве, надо разруливать дела. Он же залез по самой, видишь, все сошлось, все одно к одному. Авария с машиной. Я ж почему тебя вчера хотел? Ну, мы еще с тобой заедем. Я нарды хочу все-таки вернуть. Классно, жалко, нарды мне подарил начальник тюрьмы, нарды, знаешь, такие, ну, классные нарды. А я его же давно достаю с этими нардами. Где они делись? Где? Ну, мне каждый раз завтра привезу. Каждый раз, знаешь, завтра. Я же тебе сказал завтра. Слышишь, да? Алло. Короче, забрал я свои нарды вчера. Так что, ладно, конец 8 серии.